Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавка прокомментировал падение российского лыжника Александра Большунова, который упал в квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне. Спортсмен не попал в четвертьфинальную стадию спринта, показав 46-й результат. На повороте лыжа съехала внутрь, присел на пятую точку, потерял скорость. Поэтому проигрыш у Большунова уже большой. Саша еще не разговаривал, но думаю, никакой травмы нет. Настрой у него был неплохой. Было видно, что шел нормально, но уже все позади, будет спокойно готовиться к чемпионату мира. Лучшим из россиян в спринте стал Сергей Устюгов. В данный момент он закончил полуфинал на первом месте и продолжит гонку в финале. Среди женщин в финал российские спортсменки не прошли. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!